Келасалай, давайте продолжим еще чуть-чуть поиграть в Alien Isolation. И может быть я еще чуть-чуть приближусь к концу. Итак, что у меня вообще? Ну-ка, загрузить игру. Сохраненное задание. Какие у меня задания? Это уже будет 16-е задание. Передача. Мне надо что-то передать. Давайте продолжить игру. Отвлекание внимания. Оружие все равно, что инструмент. Для каждой работы нужно свое. Чужой не единственный ваш враг. Мы уже заметили давно. Так. Когда же я уже пройду Alien Isolation? Они скорее уже вторую часть. Уже скоро пятый Чужие фильм выходит. Итак, что мне надо сделать? Связаться с Торренсом. Я должен вот так вот пройти. Давайте пойдем. Это куда я пойду? Я выйду как раз в большой коридор. А впереди нас что ждет? Стоит ли сюда идти ходить? И есть ли тут кто чужой? Ну, я в смысле говорю, что есть ли тут кто чужой? Ух ты, ёшкин кот. Я даже не знаю, куда идти. Пойду я вниз все-таки. Не спеша, но и не на корточках. Пока я никого не замечаю. Держать, спрятаться. Но, судя по всему, придется прятаться. Где огонь? Есть что изучить. Так, тут я уже, судя по всему... Ой, не то нажал, извиняюсь. Ретранслятор, очистка воздуха, очистка воздуха. Я уже был. Что у нас на компьютере? Так, если поставил механический... Блин, ну что ты будешь делать? В нормальных играх эскейпом выбирается все ненужное. Но я не хочу сказать, что это плохая игра. Это классная игра. И все же, куда мне идти? Где там был восклицательный знак? Вот такие лабиринты, блин. Комнаты слежения. Мне куда надо, в какую комнату как менять? Другой этаж R. Нет, нет. В какой-то комнате, гад. А вот восклицательно. Мне, может, к нему надо сначала сходить все-таки? Знаете, пойду, наверное, к нему схожу. Ну, а карту-то как закрыть тогда? Табом. Блин, одно закрывается Q, другое табом. Я не слышу пока звуков чужого, и я надеюсь, что его все-таки здесь нету. Давайте тогда сюда пойду. Что у нас по карте здесь? Какой-то коридорчик есть. Вроде как никого. Я хочу к этому восклицательному знаку дойти. Что за комнатушка такая? Не хочу в нее. А, видимо, везде здесь уже был. Рипли, ты цел? Ух ты. Слушай, Марвел все еще авторизован на этом компьютере. Если бы у нас были координаты Торренса, мы бы направили спутниковые тарелки вручную, обошли бы Аполло. У пульта управления спутниками есть обсерватория? Да. Так ты можешь вычислить координаты Торренса. Я открою тебе дверь. Найти обсерваторию Севастополя. Есть контакт. Значит, я шел... Я на правильном пути, да? Надо выяснить. Чё ты пугаешь меня так? 40%. Кишка закрыта. Подозреваем не сюда. Сейчас там, как в Думе обычно, что-нибудь сидит в лифте, уже прячется. Но я готов. И где мой лифт?
Нет, здесь пугают другим способом. И куда это? Центр связи. Полетели. Мы поедем, мы помчимся на аллеях утром ранним. И отчаянно ворвемся прямо в снежную. О, центр связи. Будем предельно осторожны и тут же сохранимся. Знаю я их шуточки. Да-да-да. Сохраняемся. Дверь закрыта. Так, мне это не нравится. Осторожно. Кто здесь? Вот они. Сдавайтесь. Я пришел с миром, а людей можно мочить из... Не из болтера, и даже не из шокера, а просто из револьвера. Может быть, мне 4 патрона хватит пострелять в людей. Револьвер, дробовик. Так, дробовик это вверх, значит, если что, мне сразу переключиться. Если патронов не хватит на них. Так, у нас деваха и какой-то мужичок. Мне их надо убивать, я не знаю. Пойти поздороваться, может, еще какой-то мужичок. Что мне с ним сделать? Так, он с оружием. Я так подозреваю, что с ними здороваться лучше не стоит. А втихаря я их могу убивать? Вообще, куда мне надо? А, мне сюда пройти. Я их обойду. Я думаю. Я вот в присядочку, аккуратненько, никого не трогая. Тут заперто, как обычно. Угу. Вот и просочились. И никого не грохнул даже. Но, используйте его на резак. Хорошо, я немного пошумлю. Ребята, вы там меня не слышите, надеюсь. Ну, перемещай. А вот, перемещаем. У-ху! Тихонечко. Оп. Заходим куда-то. Где? Что это? Кого-то простреляли за что-то. Провинился чем-то чувачок. Не повезло. Но, во всяком случае, он не столкнулся с инопланетной тварью. Найти торрент в системе слежения. О, включи там людьми. Я хочу посмотреть сюда. Вы зацените, вау. Красотенюшка какая. Класс. Полетать бы там еще. Включаем наблюдение. И что мы... Как мы наблюдаем? Мне что-то нажимать надо? Нет. А, перемещение, как на экране, нажать Enter для подтверждения. Enter для подтверждения. Ай, не успел. Ой, не успел. Ой, не успел. Они от меня скрываются. И что я сделал? По-моему, я сломал технику. Черт возьми. Я буду ломать следующую технику. Тут что, перемещение выравниваем при стыковке, нажать Enter Lock. Я состыковался, я не знаю. Ой. Я сломал опять? Сканирование. Так, так. Я не понял. Блин, он двигается не в те стороны. Начать сканирование космоса. Так кто ж стыковаться с чем должен? А, подождите. Так. Нет. А как же ему состыковаться? Я не понял. Я не понял. Я тупой. Блин. А, может, надо, чтобы он состыковался вот... Стал таким вот... Кружочек впал. О.
А? Есть. Вот координаты 35А. Меня куда-то везут. Вон, смотрите, антенна. Ой. Хрена себе. Что дальше? Здесь не надо что-нибудь носить? Изменения. Ломать компьютер. Еще дайте поломать. Начать сканирование космоса. Меня сейчас опять повезет. А не надо нажимать координаты или что там? Слава богу. Рикардо, я их нашла. Теперь надо вручную направить тарелки на Торренс. Ясно. Иду наружу. Вести координаты Торренса. Наружу надо идти. Меня в космос выпускают. Ну что же? Космос ждет? Только как мне туда выйти? Покажите карту. Ух ты ж. Спускаемся. Осторожненько. И куда мне теперь надо? Что это? Это было? Этот спит все еще. Наказанный. Так. Я не попадусь опять этим кретином. Я могу отсюда открыть проход в шлюз. Погоди. Жду. Я, в принципе, никуда не тороплюсь. Это он эту дверь имел в виду, наверное. А те что-то там делают. Меня не заметили даже. Использовать. Понеслась. В какой-то сраной клетке. Скафандр! У-ху! Будем летать. Я не знаю, сначала сохраниться, а потом полетать. Наверное, сначала, на всякий случай. Оденем костюмчик. И оденемся к прогулке. Ну, что ты левый берешь? Я хотел правый. А почему ее морда не показывает? Мы его лицо видим только на обложке. Фу, как вы заляпаны. Я же говорил, надо было другой брать. Ну вот, теперь сохраняться не могу. Выходим. Пожалуйста, верните скафандр на место. Что, зачем? Это какого черта? Я выйти хочу на самом-то деле. Пар идет даже. Ой. Меня как будто рычаги какие-то держат. Я в космосе? О! Выходи быстро! Тут такое будет, когда станция начнет падать! Севастополь. Целый город, блин, нифига себе станция. Неужели в будущем такое будет? Прыгать я так и не научилась. Но меня радует, что здесь я не могу достать оружие, значит, ни от кого прятаться не надо. Один. Вот же ж, елки-палки.
подозреваю, мне сюда. Что-то за снег у меня перед глазами постоянно. А, это знаете что? В космосе это мини-микро-метеориты. Вводи координаты в компьютер. А где компьютер? Я еще не дошла до компьютера. Ничего, что я женского рода общаюсь. Ведь главная героиня Торфипли. О, ввести координаты Торренса. Это запросто. Кто-нибудь знает координаты Торренса? Опять B5, что ли? Сервозамок закрыт. Положение антенны зафиксировано. Черт! Не все так просто, да? После передатчика есть панель управления. Убрать замок с параболы антенн. Сейчас найдем. Бегать в космосе я не умею. Наверное, если физикс отключить, то вот этого снежка в виде метеоритных мелких каких-то осколков не было бы. Или это у меня глюки с видюхой сейчас происходят. Dish maintenance. Куда я забрался? Подать энергию. Подать энергию. Подать энергию. Так, а где же переключатель? А что, не подошел? Блин. Это мне сюда потом надо будет прийти. А где выход-то? Я заблудился. Нет, вот сюда куда-то. Как-то так. Что-то я совсем заплутал. О! Вот он, свет! Ну что это? Блин, ты посмотрел сразу на карту? Остолопа кусок. Теперь как дурак разгуливаю в космосе холодном и неживом. Нет, на карте. Координаты где-то здесь, везде. Это не координаты? То есть... Нет. Так, вот я уже не понял тогда юмора. С этим я тоже ничего не могу сделать. Что-то я не понимаю. Вот по идее прямо здесь должны быть эти дожимы или что там. Я беленький. Ну и что мне здесь делать надо? Вот же я пришел прямо туда, куда надо. Внешняя антенна. И как мне ее оприходовать? В смысле отключить? Я что-то заблудился. Точнее, не заблудился, но я не знаю, что делать. А почему у меня кислород не кончается? Ну нет, здесь я ничего не могу потрогать, похоже, что. Он сказал где-то рядом. На карте мне указывает ввести координаты. Убрать замок с параболической антенны. Где этот странный замок может быть?
вроде как все рассмотрел уже. Блин, ну хоть бы фонарик дали. Это я нажал. Что дальше? Еще что-то надо нажать. О, что-то закрутилось, завертелось. Даже немного света появилось. Разблокировать, подать энергию к зажиму. Подал. Разблокировать аварийный замок. Я подал энергию к зажиму. А где сам зажим с его энергией, которую я ему подал? Вот что это. Подать энергию к зажиму. Подаем энергию к зажиму. Наверное, я так понимаю, еще здесь. Подать энергию к зажиму. Подаем. Все, энергия подана. Зажим. Ты зажим. Разблокировать аварийный замок. Так. Оп. О. Что происходит? Должен что-нибудь делать? Или мне лучше линять отсюда? По добру, по здорову. Там что-то я слышал, произошел звук какой-то. Это просто звук. Я все включил. Наткнулся на ящик, я выхожу. Я все сделал, все довольны. Идем включать фиговинку и передавать координаты. А станцию мы будем грохать? Штрафа влепят мне, если я грохну эту станцию. Еще и с инородной тварью, инопланетной даже. Ввести координаты Торренса. Перемещение, выбор координат, нажать Е, подтверждение. О! Типа я помню, какие там должны быть. Ну, 10 градусов, я ж выбрал 10. Это не то, да? А или сколько они от меня хотят? Какие там координаты должны? А, по-моему, 75, нет? У меня 35 постоянно. Вот координат, 35А. Во! 35. Теперь, видимо, надо А ввести. Теперь 75Б. 75. Ага, это был А. Так, мне лучше в другую сторону. Давай быстрее крутись. Это потопный. О, да, быстрее, там 350 градусов. 30, 40, 50, 60, 70, я так понимаю, 5. Нет, промазал. 75, ну.
Вот это 80. Вот это 75. Вот. Вел. Что дальше? Что мне делать? Где его повернуть? Покажите мне на карте. Ёбушки-ёбушки. Куда мне идти? Добраться до жилой зоны. Добраться до жилой зоны, вернуться потом к Рикардо. Блин. Давайте. Мне надо добраться до жилой зоны. Пешкадралом? Или мне опять к тем ублюдкам надо заходить? И вот через всю эту. Малыш. Что за звуки? Но если мне еще и не туда надо. Что это мировая тут у меня? Стрёмные звуки. Сейчас меня завоздушат, обеззаражат. Home sweet home. Почему меня никто не встречает? Синоморфыш. Подожди, сохраняться. Сначала разденемся. Когда чужой на каждом шагу был, так сохранений нигде не было. А сейчас, пожалуйста, хоть убейся, сколько их повсюду. Я сохранюсь. И на этом на сегодня все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. Говорите, во что поиграть. Я люблю больше в старые игры, но интересные. Но все равно я готов следовать, что скажете. До новых встреч, ребята. Счастливо!